Анонс и точка выхода нового 4-серийного сериала «Девочки не плачут». Премьера сериала состоится 7 октября на канале «Россия-1». Новый сериал повествует о жизни трех девушек, которые живут в одной квартире и пытаются наладить свои отношения в условиях большого города. По сюжету Аня и Катя – сестры. Катя замужем за Олегом, а Аня легко влюбляется и также легко разочаровывается в мужчинах. Все меняется кардинальным образом, когда их мать решила выйти замуж за Антона, обычного шеф-повара из ресторана. На первый взгляд, это очень прекрасная новость, если бы не было одного «но». Будущий жених мамы – это бывший возлюбленный Ани. Девушка уверена, что Антон хочет пожениться на Марии только ради того, чтобы отомстить ей, и подговаривает сестру расстроить эту свадьбу. В сериале зритель увидит драматическую историю о том, как две сильные и свободные женщины борются за справедливость и находят в себе силы и мужество не поддаваться на жизненные невзгоды. Премьера сериала состоится 7 октября на канале «Россия-1». Если вам нравятся сериалы и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.